44-й признак. Пренебрежение намазом. Всевышний Аллах сказал: «За нами последовали потомки, которые забыли про намаз и уступили своим страстям. И которые окажутся в погибели». Абу Дарда рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первым, чего лишатся мои последователи, будет смирение в молитве. И придет время, когда ты не увидишь ни одного смиренно молящегося». Если день человека идет поклонение Аллаха, и намаз тоже будет смиренность. Если день идет харамным, и музыка слушает, и харамный смотрит, и харамный совершает, и все это делает, вещи, которые его отталкивают от смиренности. Когда намаз стал смиренность, не бывает человека. Мы должны стараться побольше отходить от грехов, побольше делать хорошие деяния. Иншаллах, смиренность намаза получится, и остальных поклонениях тоже ради Аллаха получится, и показуха не будет. Валлаху алям. Абу Зар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Воистину, появятся правители, которые будут опаздывать на намаз. Но ты совершай намаз вовремя, а затем отправляйся к своему правителю. Если ты увидишь, что он уже совершил намаз, то ведь и ты уже совершил его. Если же нет, то соверши вместе с ним дополнительный намаз».